1 января 2020 года по решению российского правительства в регионах страны начнется реализация новой программы под названием «Сельская ипотека». Желание поучаствовать в этом уже выразили два банка – Россельхозбанк и Сбербанк. Жители смогут построить дом в сельской местности, используя кредит всего под 3% годовых. Вот что думают по этому поводу жители Цивильска. Так как на селе сейчас молодежи не остается, все уезжают в город, а это будет такая поддержка, чтобы привлечь молодежь в сельскую местность. Для людей среднего возраста, я думаю, что это очень даже хорошая возможность. Я сейчас в таком возрасте нахожусь, то да, могу сказать, наверное, уверенно, что воспользовалась бы. И когда есть возможность оформить кредит для улучшения, скажем так, такого рода жилищных условий, это небольшой процент, то почему бы и нет? Я отношусь к этому положительно.